Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 91-м году ушел из жизни польский актер театра и кино Весław Gołos, Wacław Gołos. Он родился 9 октября 1930 года в Кольце, в семье военнослужащего. Отец участвовал в боях против сил вермахта, после разгрома Польши был пленен немцами и умер в концлагере Майданек. Весław еще школьником стал членом польского сопротивления, серой шеренги, в 1944 году был арестован гестапо, сидел в тюрьме. После войны учился в театральной академии, которую окончил в 1954 году. Ученик Александра Зельверовича. Был актером варшавских драматического и польского театров. Создатель комедийных образов, соучредитель кабаре «Кон», участник кабаре «Дудик», исполнитель песни «Мы едем в Польшу» Ежи Васовского и Войцеха Млынарского. Пел и играл разные роли в кабаре джентльменов в возрасте. Активно снимался в кино. Советскому и российскому зрителю стал известен как исполнитель ролей капитана Совы в детективе «Капитан Сова идет по следу», танкиста Томёка Черешняка в военной драме «Четыре танкиста и собака», Стефана Чарница Ки в исторической драме «Потоп» и короля Польши Казимира в фильме «Ярославна, королева Франции». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.